Всем привет, с вами Геленджик Лайф. Сегодня мы хотим поздравить всех с крещением, православных и не православных, неважно. В общем, праздник есть такой, и, в общем, всем добра и счастья. Итак, мы, да, находимся сейчас в конце Геленджикской набережной, а точнее на повороте к Кемпинскому, и смотрим сегодня на бушующее море, потому что у нас продолжается шторм. На самом деле не очень хочется купаться, потому что здесь сильный ветер, температура воздуха не превышает 10 градусов. Холодно. И того гляди, сейчас начнется дождь. Да. Достаточно пасмурно выглядит все вокруг. Вот, ну посмотрим. Я думаю, может быть, что-нибудь мы сегодня интересное заснимем. Итак, напоминаю, находимся мы сейчас на толстом мысе. Напротив нас вдалеке виднеется тонкий мыс. Если вы хотите попасть к маяку, то он буквально вот перед вами. И если пройти прямо, то там будет окончание набережной, круче, да. Можно посмотреть на открытое море оттуда. Людей тоже немного на набережной. Хотим мы сейчас спуститься на наш любимый пляж. Это один из самых любимых пляжей. Называется он Кемпинский. Там вход сейчас должен быть свободный. И вот возле этого волнореза, который вот вы сейчас видите, мы хотим разместиться. Посмотрим. Возможно, искупаемся. Возможно, нет. Потому что очень мутная, грязная вода просто. Ну, посмотрим. Сейчас мы увидим, да. В целом, купающихся здесь я не вижу. Но я и не планировал их видеть, потому что все, кто желает искупаться, они находятся в центральной части нашей набережной, в самом центре. Там организовано место купания. Ну, вообще, цель у нас, конечно же, погулять, потому что сейчас нет дождика, и это действительно плюс. Жалко, что на крещение нету солнышка. Да не снимай меня в капюшоне. На чё? Вот, жалко. Ты же не говоришь, что в Геленджике сейчас тепло и безветренно. Да. Жалко, что сейчас нет солнышка, но я думаю, что прогуляться просто в такой день стоит. Сегодня суббота, а это значит, мы все гуляем всей семьей по набережной города Геленджика. Да, волны достаточно большие сегодня. Очень посмотрим. Подходим мы сейчас к известному многим месту. Это памятник утонувшему кораблю под названием Топорог. Потому что назвали Топорог. Ну да, как назовешь, так он поплывет, да. Это по всей видимости получается. В 1966 году. 6 февраля. Да, погиб. Затонул данный корабль. Ну, кораблем сложно назвать, в общем, плавсредство, я так думаю. Да, рыбная, почему? Шхуна, которая рыбу добывала, рыб-колхозу принадлежащая. Да. Ну, вообще, конечно, людей мало, на самом деле, хотя вид потрясающий. Тут смотришь на горы, красотища такая. Ну, даже прогуливаются люди, есть все-таки, присутствуют. Вот, как раз отсюда я любил нырять. Там большое количество рыб. Море было чистое летом. Давайте вспомним. Thank you.
памятник пограничникам. Давно уже установлен, уже больше года он здесь стоит. Да, подувает, действительно подувает ветерок. Такой не очень приятный. Но в целом, если ты тепло одет, я бы сказал, по-зимнему одет, то нормально, то еще сойдет. Тебе нравится прогулка? Холодно. Ты купаться с папой будешь сегодня? Нет. А папа будет купаться? Да. Уверен? Да. Он тебе сам сказал? Да. Но это не точно. Итак, ну традиционно вам покажем правила поведения на воде, на пляже. Чего сейчас в данную температуру делать не стоит, это в первую очередь заплывать далее 50 метров от берега. Не рекомендую никому и сам не буду этого делать. Территория чистая. Ну, чистая, нет мусора, от людей в первую очередь. Так, ну вот мы видим, есть смельчаки, которые не побоялись вот такой вот мутноватой холодной водички. А в целом искупаться можно, но нам только найти более хороший спуск. Пока мне здесь лучше не спускаться, а выбирать там дальше место. Меня немножко такое зрелище, когда не видишь дно, мутноватая водичка. Удовольствие купания получает только вон та утка, которая плавает немножко вдалеке от берега. Я лучше выберу другое время, другое место. Начинает капать небольшой дождик. В общем, да, не вариант. Ну, как оказалось, здесь пляж еще грязнее, еще хуже. А дальше нужно будет двигаться только в сторону садов морей. А, возможно, там будет почище. Ну, или был Нива. А, напоминаю, называется пляж Полярная Звезда. А здесь мы стартовали, когда переплывали бухту с толстого мыса на тонкий, называлось это все «Морская миля». Не сказал бы, что Геленджик сильно меняется не в летний сезон, но в целом людей действительно становится меньше, меньше в разы. И если летом, вот вы вспомните, здесь всегда куча детей, здесь очень много детского крика, веселья, смеха и сидят родители, то сейчас, конечно же, картина другая. Вот. Но, тем не менее, я считаю, что город никак не вымирает. Город живет своей уже более размеренной жизнью. И в целом мне, как уже жителю этого города, мне не важно, лето это или зима. Важно осознавать то, что я нахожусь здесь, море от меня никуда не девается. И если я сегодня не хочу купаться из-за того, что есть погодные условия, там, да, какие-то вот. Есть не очень чистое море, мутноватое. Я лучше подожду денек-другой, выберу тот самый момент, когда оно будет действительно приятное для меня, и я смогу с легкостью, с удовольствием, просто с удовольствием ощутить его на себе. Поэтому как бы сегодня я рассчитывал на то, что действительно можно будет искупаться, но пока я вот не вижу то место, где можно это было бы сделать с удовольствием. Друзья, ну вот буквально на каждом шагу купаются люди. Это уже пляж, тоже всем известный, называется он Долнива, достаточно протяженный. А в целом многие его любят, и немножко подальше будет уже сады морей. И ветер здесь на садах морей намного сильнее, чем на всех остальных пляжах. Вот дует прямо сейчас в спину и достаточно сильно. Ну, береговая линия тоже чистая от людей. Чистая от мусора, фактически, ну, ничего на пляже не лежит. Здесь, конечно же, ничего не работает, все законсервировано до лета.
Итак, ну вот вы видите, да, люди проходят по набережной. Я же прошел немножко с краю. Здесь апартаменты Сады морей. Вот это здание. Здесь небольшие кафе. В общем, летом можно использовать это место, потому что здесь людей не будет много. А по набережной в то же самое время будет ездить большое количество велосипедистов. И люди будут толкаться, сталкиваясь с плечами. Ну, здесь очень часто проходит, просто людей очень много, поэтому так немножко тесновато. А вот этот проулок, он будет свободен. Поэтому я для себя галочку небольшую сделал все-таки. Красиво, чистенько, ухоженно. Хотя музыки здесь тоже будет большое количество. Конечно, громко будет играть музыка, потому что справа от меня находятся различные чебуречные, кафе, блинные и так далее. Сейчас находимся, да, на улице Курзальной, будем двигаться в сторону дома. Ну что из сегодняшнего дня можем сделать, какие выводы? Погода, конечно, к сожалению, геленджичан не порадовала на крещение, но я думаю, что это не испортило настроение людей, которые здесь проживают. Да, в целом прогулка нам тоже понравилась, так что гуляйте чаще, дышите свежим воздухом и наслаждайтесь окружающей средой. Всем пока, привет из пасмурного Геленджика. Да,